Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня вашему вниманию представлен сольный концерт учащейся Новоскольской детской школы искусств имени Николая Ивановича Платонова. Название концерта «Моя музыка, моя жизнь» полностью выражает содержание внутреннего мира человека, который сейчас выйдет на эту сцену, сядет за царственный белый рояль и будет исполнять для вас очень сложное произведение. Стало доброй традицией проводить такие творческие отчеты, потому что каждый учебный год у этой ученицы есть результаты работы, которые она может показывать в своем отчетном концерте. И сейчас я имею честь и имею большое удовольствие представить вам человека, которого вырастила наша школа. Это учащаяся 8 класса специального фортепиано, учащаяся 6 года обучения по классу синтезатора, учащаяся, завершившая полный курс обучения в классе изобразительного искусства по предпрофессиональной программе. Это человек, которому 3 года подряд присваивали высокое звание стипендиата персональной стипендии губернатора Белгородской области для поддержки одаренных и талантливых детей в номинации «Культура». Это замечательная девочка, прекрасно воспитанный ребенок, Лаврова Надежда. Концертную программу открывает божественная музыка Баха. Мне дорог Бах. Ну, как бы вам сказать, не то, чтобы нынче музыки не стало, но вот такого чистого кристалла еще нам не являла благодать. Какое равновесие страстей! Какая всеобъемлющая совесть, какая удивительная повесть, оброшенная века в душе моей. Иоганн Себастьян Бах, прелюдия и фуга, фа диез мажор, ХДК, 1 том. Thank you.
отделений детских музыкальных школ и детских школ искусств один раз в три года проводится региональный конкурс «Созвездие талантов». Это очень сложный конкурс. Для участия в нем необходимо исполнить не просто любых три произведения, а представить самые сложные формы фортепианной музыки: трехголосную полифонию Баха, крупную форму только Гайдна, Моцарта, Бетховена в виде сонатного аллегро и пьесу со звучанием кантилены. Конкурс проводится в два тура: первый зональный, второй на уровне региона. Все меньше и меньше становится желающих показывать свою работу в этом конкурсе, особенно в средней и старшей группах. Лаврова Надя приняла в нем участие. За весь период обучения игре на фортепиано она смогла поучаствовать во всех трех последних проводимых конкурсах. Результатами становились звания лауреата первой степени в зональном туре и лауреата второй степени в региональном. Подготовка конкурсной программы требует длительной, систематической и кропотливой работы. Весьма непросто в сонате Бетховена показать контрастность динамики в насыщенной фактуре и сохранить единство темпа. Звучит соната Бетховена номер 16, соль мажор, первая часть. Thank you.
и последовательно от класса к классу Надя работала над развитием пианистических приемов. Оснащаясь беглостью в мелкой технике, овладевая более насыщенной фактурой, из года в год усложнялся репертуар ученицы. Начали появляться произведения со сложными скачками в обеих руках, крупными аккордовыми построениями. Игра большого количества этюдов – условие для роста начинающего пианиста. В каждом этюде используется определенный технический прием. Важно уметь оттачивать элементы фортепианной фактуры. Этюды великого Фредерика Шопена поднялись на такой уровень музыки, когда инструктивная задача вообще не может быть решена, если нет художественной цели. Шопеновский пианизм требует чуткого интонирования. Без этого главного умения все остальное не имеет цены. Моторная быстрота, беглость, четкая артикуляция – эти качества недостаточны. И по этой причине только в этом учебном году мы с Надей сделали первую попытку знакомства с музыкой гениального композитора. Звучит этюд номер 21 Фредерика Шопена. Представление о художественном содержании. Идея конкурса – взаимодействие юных музыкантов и художников, взаимодействие красок и звуков, музыки и живописи, которая существует издавна как в природе, так и в искусстве. Было принято решение остановить выбор на музыке Сергея Васильевича Рахманинова. Вот какое состояние природы Надя почувствовала в этюде картине «Соль минор». Во время исполнения у меня перед глазами всплывают ночные дождливые образы. Эта музыка напоминает мне спокойные и тоскливые вечера на берегу реки, моросящие по ней капли летнего дождя. Кульминация этюда картины напоминает мне разразившуюся грозу, нарушившую вечернее умиротворение яростными раскатами грома. Переливы звуков в стремительных пассажах похожи на мелкую россыпь дождливых капель с отзвуком стукающейся о гладь реки. И после все возвращается на круги своя, вновь одаривая слушателя умиротворенной мелодией, которую тот слышал перед наступлением грозы. Эта музыка, мне кажется, очень тоскливой и жалобной. Также она навевает некое чувство ностальгии. В этом конкурсе Надежде присуждено звание лауреата первой степени. А 6 октября 2022 года Лаврова Надежда приняла участие в работе мастер-класса с этим произведением. Мастер-класс проходил в рамках 3-го форума классического искусства, посвященного 150-летию Александра Сергеевича Скрябина. С большим интересом рекомендации принимались от доцента кафедры камерного ансамбля и квартета, доцента специального фортепиано Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, лауреата международных конкурсов Дмитрия Каплина. Звучит этюд картина «Соль минор» Сергея Васильевича Рахманинова. Thank you.
два последних учебных года Лаврова Надежда с большим удовольствием знакомилась с музыкой великого русского гения Сергея Васильевича Рахманинова. Подготовленные произведения показаны в различных конкурсах и концертах, мастер-классах, региональном семинаре. 1 апреля 2023 года проводился день, единый день Рахманинова. Так в России отмечали 150-летие великого русского музыканта, патриота своей родины. Все было объединено емким содержанием, всюду Рахманинов. Наша детская школа искусств в этот день представляла сольный концерт «Лавровой надежды» с комментариями о жизни и творчестве Сергея Васильевича Рахманинова. В программу концерта были включены популярные фортепианные произведения различных форм. Каждый год «Лаврова надежда» становится лауреатом международного конкурса молодых исполнителей «Белая лира». Вот и в этом году, включив в конкурсную программу два произведения Рахманинова, она получила звание лауреата второй степени. Звучит «Юмореска» Сергея Васильевича Рахманинова. Thank you.
младших классов в работе над поиском певучего звучания Надя с удовольствием разучивала произведения русского композитора Глеера. Программа прежних сольных концертов Нади обязательно включала в себя фортепианные сочинения этого музыканта. Палитра гармонических красок, необыкновенных созвучий у него сохраняет свою кантиленную природу. В сущности, вся ткань его музыки также пронизана мелодическим началом, как почва, напитанная влагой. Подземные ключи, вливаясь наружу, образуют родники, ручейки, озера – это мелодии. В сегодняшнем концерте Надя покажет музыку Глиера в качестве концертмейстера. Глиер – вальс. Солирующую партию альта исполняет Подрезова Анна Сергеевна. Концертмейстер – Лаврова Надежда. Ребенок – это невероятный труд огромного количества людей и прежде всего семьи. Начиная с самых первых Надиных сольных концертов, я всегда благодарила тех, кто дорог и близок моей ученице. Бесконечное спасибо за возможность работать с заинтересованным ребенком, способным и желающим трудиться, овладевать новыми навыками, обретать неизведанное. Самый ценный навык, обретенный в детстве, – это способность трудиться. Тот, кто сделал прививку потребности к труду, спасен на всю жизнь. Жизнь маленькой Надюшки всегда была наполнена поставленными задачами, приложением усилий для их решения и трудом. Ничто из приобретенного в детстве не проходит бесследно.
Привычки, воспитанные в юности, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде, в первую очередь. Бесконечное счастье иметь рядом с собой с раннего детства в каждодневной жизни преданного человека, помогающего накапливать лучшие качества, постепенно воспитывать желание и способность быть ответственным, работоспособным, усидчивым, подготовившим себя к дальнейшему взрослому продолжению. На каждом концерте, где выступает Лаврова Надежда, в зрительном зале непременно присутствует дорогой близкий человек, ее бабушка, Лаврова Любовь Петровна. 26 декабря 2022 года на праздничной церемонии награждения стипендиатов губернатора Белгородской области красивыми сертификатами и роскошными букетами цветов награждались не только учащиеся и преподаватели, но и близкие люди, помогающие юным дарованиям. Заслуженная награда, благодарственное письмо губернатора Белгородской области за воспитание внучки была вручена Лавровой Любови Петровне. Огромное вам спасибо за все, дорогая Любовь Петровна. Я присоединяюсь к этим комплиментам. Спасибо еще раз. В сегодняшнем концерте мы с Надей решили посвятить вам и самым близким, любимым, дорогим исполнение произведения, которое будет звучать впервые. Это развернутая пьеса норвежского композитора Эдварда Грига «Минувшие дни». Пьеса написана в сложной трехчастной форме и построена на контрастном сопоставлении первой минорной и средней мажорной частей. Несмотря на резкую смену настроения и тональный контраст, пьеса вполне понятна по содержанию. Это воспоминания лирического героя, с которых начинается и заканчивается музыкальная история. Звучит пьеса Эдварда Грига «Минувшие дни». Thank you.
одна часть концерта, в котором рояль звучал сольно. И сейчас, позвольте, я с вашего разрешения, Наде нужно немножечко перестроиться для выступления с другими исполнителями. И я назову самые значимые и преподнесу ей награды за этот учебный год. Но одно из самых ярких – это «Белая лира», международный конкурс. Поаплодирую нашей девушке. Сначала фортепианные, а потом другие. Итак, лауреат второй степени десятого международного конкурса юных пианистов-исполнителей современной музыки «Дебют». Так, диплом лауреата второй степени «Белая лира». Диплом лауреата второй степени открытого зонального «Щелкунчик». Международный конкурс первая степень «Лебединое озеро». Диплом первой степени «Триумф». Наши волшебные клавиши тоже первая степень. И вот передали из областного методического центра диплом за подписью нового нашего директора Белгородского регионального методического центра. Это первая степень в зональном туре, а вторая степень в региональном. Еще Надя в этом году много участвовала ансамблем в составе с Лемзяковой Анастасией, с Оксаной Мефодиевной Павленко, тоже в «Белой лире», вот у них лауреат третьей степени, в «Щелкунчике» лауреат второй степени. И тоже этот же ансамбль в международном конкурсе «Лебединое озеро». Еще у Нади есть одна такая же большая любовь – играть не сольно. Есть у нее Татьяна Юрьевна Васильчикова, с которой они создают невероятные просто выступления. И инициатором создания дуэта фортепианного Васильчикова Ирина и Лаврова Надежда стала Татьяна Юрьевна Васильчикова. И вот диплом первой степени у Татьяны Юрьевны, это с всероссийского конкурса «От всей души» ансамбль тоже были, учитель-ученик у Татьяны Юрьевны, лауреат первой степени. И вот буквально свежие дипломы Татьяна Юрьевна дала мне. Международный фестиваль-конкурс «Жар птицы России», диплом награждается лауреат первой степени. Здесь состав ансамбля, который сегодня выступит, да, Надя? Да, и вот тоже открытый региональный конкурс, лауреат второй степени, тоже этот ансамбль. Я назову Лаврова Надежда, Белоусова Артем, Сорокин Артем и Беслин Максим. Не все сегодня будут, да? Ну вот девочка наша немножко постояла после того, как она долго сидела. И теперь я представлю, значит, да, такой смешанный дуэт. Конкурс был креативных солистов и дуэтов. Это мозаик, мелодика, мозаик, мелодика Лаврова Надежда, она освоила вот новый инструмент, а партию фортепиано исполнит Васильчикова Ирина. И сыграют они вам произведение, за которое они стали лауреатами второй степени в региональном туре, обработку русской народной песни «Калинка». Пожалуйста. Thank you.
сейчас мы покажем вам последний концертный номер с белым роялем, в котором Надя выступит опять за клавиатурой рояля, а персиковый рэгтайм Джоплина исполнит ансамбль ребят, с которыми Надя дружна, конечно. А Татьяна Юрьевна будет на гитаре играть. Фортепианный дуэт Васильчикова Ирина и Лаврова Надежда. И этот фортепианный дуэт довольно успешно выступил и в региональном туре, и в региональном туре регионального конкурса фортепианных ансамблей. Они стали лауреатами первой степени, это в том году. Постепенно этот фортепианный дуэт был преобразован в дуэт синтезаторов. И сейчас вы послушаете прекрасную музыку Сергея Прокофьева, Монтеки и Капулетти.
Искусство заставляет с большим вниманием и большим пониманием относиться к чужой боли, к чужой радости. Оно делает эту чужую боль и радость в значительной мере своими. Искусство в самом глубоком смысле этого слова человечно. Оно идет от человека и ведет к человеку. Служит единению человеческих душ. Эта проводная ниточка красоты идет с ребенком из семьи к нам в Новоскольскую детскую школу искусств. Завершением концерта станет яркая композиция танцевальных движений в сопровождении синтезатора. Нина Рота, тарантелла из кинофильма «Крестный отец». Выступление хореографического коллектива «Калейдоскоп» преподаватель Зазон Елена Владимировна. Поддерживает танец звучание солирующего синтезатора, за клавиатурой которого Лаврова Надежда. Всех неравнодушных, соприкоснувшихся с сегодняшним мероприятием.